Устройства, созданные при активном участии известнейших модных брендов для рынка мобильных телефонов, уже не новость. Каждый был интересен по-своему. Но, как правило, акцент делался именно на внешность дизайнерского телефона. Выход смартфона LG Prada 3.0 P940 стал новым этапом. Самым удачным соединением мира высокой моды и мира высоких же технологий. Это не просто брендовая игрушка, а серьезный аппарат, отвечающий всем требованиям к современному смартфону. Смартфон LG Prada 3.0 P940 поставляется в комплекте с кабелем microUSB, адаптером для сетевого зарядного устройства, стандартными наушниками 3,5 мм и инструкцией пользователя. Абсолютно черный – классический цвет модного дома Prada. Абсолютно тонкий, элегантный и лаконичный – настоящий представитель мира высокой моды. Таким получился новый смартфон. Ведь над его внешностью работали законодатели мировой моды. LG Prada 3.0 имеет большой 4,3-дюймовый дисплей с разрешением экрана 480 на 800 пикселов. Матрица называется Nova Plus, и выполнена она по технологии IPS. Яркость его равна 800 нитам, цвета насыщенные, углы обзора отличные. Аппарат получил очень лаконичную внешность, но это отражает концепцию Prada. На заднюю панель нанесен рельефный рисунок, фирменный Prada Sofiano. Корпус полностью пластиковый, но собран как единое целое и за счет своей утонченности очень эффектен. В левом верхнем углу задней панели находится модуль 8-мегапиксельной камеры со светодиодной вспышкой. В левом нижнем – вертикальные прорези основного динамика. На левой грани находятся кнопки регулировки громкости, а ниже используются для зума при работе с камерой. Справа никаких элементов нет. Верхняя грань отдана кнопке включения блокировки, разъему microUSB со сдвигающейся шторкой, кнопке включения камеры и 3,5-миллиметровому разъему для наушников. На нижнем торце только небольшое отверстие микрофона. Работает смартфон на операционной системе Android 2.3.7, поверх которой запущен оригинальный интерфейс Optimus UL 2.0 Prada. Необычен он своим цветовым решением. Интерфейс LG Prada 3.0 черно-белый. Виджеты, иконки и приложения – все выполнено белым цветом на черном фоне. Цветными остаются только сервисы Google и приложения пользователя. Построен модный смартфон на платформе Texas Instruments OMAP 4430 в двухъядерном Cortex-A9 с тактовой частотой 1 ГГц, что обеспечивает отличное быстродействие и комфортную работу с устройством. Беспроводные коммуникации, которыми оснащен смартфон, таковы – Wi-Fi и Bluetooth 3.0. Есть и редкая, но обещающая получить развитие технология Wi-Fi Direct и модуль беспроводной связи короткого радиуса действия NFC. Смартфон LG Prada 3.0 оснащен массой приложений. Это и пакет для работы с офисными документами, менеджер файлов, клиент для работы с электронной почтой, виджеты социальных сетей и многое-многое другое. Аппарат имеет 8 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить до 32 ГБ при помощи карты памяти microSD. При умеренных нагрузках смартфон LG Prada 3.0 способен проработать автономно около 1,5 суток. При более интенсивном использовании – сутки. Аккумулятор здесь установлен емкостью 1540 мАч. LG Prada 3.0 – это аппарат, в котором удачно сочетаются отличные технические характеристики и последние тенденции мира высокой моды. Конечно, цена на него высока, но ведь и модные вещи новейшей коллекции от кутюр всегда стоят немало. Прежде всего, это телефон для тех, кто следит за модными течениями и старается им соответствовать. Но LG Prada 3.0 – это также и статусная вещь, и имиджевый аксессуар, и возможность удивить окружающих, а также приобщение к атмосфере высокой моды.